Друзья, пляж Одесса, бывший Занзибар. Немножко в видео ввожу вас в заблуждение. Пляж бесплатный, а все шезлонги, все домики, все платное. Чтобы вы знали, я там говорю, что бесплатное. Нет, это ошибка, все платное. Ребята, сегодня мы на Занзибар. Смотрите, вот это здание. И мы поворачиваем налево, ребята. Занзибар, Занзибар. Где живут акулы, где живут крокодилы и где живет большая рыба кит. Ребята, мы мчимся. Ребята, был Занзибар, теперь Одесса. Мы едем в Одессу. Давайте посмотрим, что там сейчас. Ребята, мы только за машину заплатили. А люди бесплатно, понимаете, да? Вот такая красота, значит, они рулят. Ребята, они рулят, у них все бесплатно. Если повернуть налево, значит, маленькая стояночка. А если повернуть от входа направо, там получается громадная-громадная стоянка на тысячи машин. Ребята, вот такая аллея, смотрите, детки катаются, как вы знаете. Да, тут кафешки, кафешки, кафешки. Ну, а мы сейчас на пляже. Здесь, конечно, ветер. Так, ребята, вот заняли такой вот, и, ну, не домик, а вот, смотрите, да. Ничего нет, никаких обозначений, значит, все это бесплатно получается. Смотрите, вот так, столик такой и два лежака. Может, есть и на больше людей, но мы не смотрели. Так, друзья, как вы поняли, пляж переименовали. Сейчас он называется Одесса. Это, наверное, самый длинный пляж. Ну, сегодня ветер, как вы понимаете, да, будет нам мешать, и будет шуметь, и будет съемка с шумом. Вот, и смотрите, значит, что они сделали? За машину платите 200 гривен, остальное все бесплатно. Лежаки, все полностью, понимаете, да? И кто первый займет, тот и вот так получается. Лежаков полно, смотрите, сверху там тоже есть домики. Ну, в общем, как-то так. Длина его очень большая. Я 2 года назад снимал. Я думаю, вон та пальма, это все осталось. Вот есть такое место прыгать. И с той стороны пляжа то же самое. Есть место, где можно прыгать. Те же самые развлечения, что везде. Видите, да, бананы. И вот эти вот кольца интересные, которые, ну, вы знаете, да, там такой адреналин уже. Здесь уже пологий спуск. Здесь вот именно для деток, видите, вот смотрите, 10 метров и светлая вода. Вот видите, ребеночку здесь. И она не холодная, она, видно, греется. Там, где глубина, там холодно. Здесь вот я иду, ну, понимаете, да, для детей как раз. Можно сказать, детский пляж. Можно сказать, детский пляж. И те же самые развлечения. С этой вот слева, там пляж заканчивается и начинаются жилые постройки. Там у них свои пляжи. Вот там. А с той стороны, если посмотреть, там у нас заимка. Пляжи заимка, 2 пляжа. Там камни такие, тоже интересно, мы снимали, кто хочет посмотреть. Вот там вдалеке лес у нас. Вы можете туда проехать. Есть лазейки. И в лесу поставить палатки и отдыхать. Мы когда-то раньше там с детьми, когда дети были маленькие, мы всегда там отдыхали. Ну, на неделю выезжали и отдыхали. Вон там тоже большой пляж Афины. Может, и его переименовали, я не знаю. Мы туда поедем завтра и покажем. Там уже есть аквапарк. Ну, раньше был, сейчас не знаю. Раньше там был аквапарк. То же самое, все выстроено. Вход был, тогда был 100 гривен. Сейчас не знаю. Там, наверное, видно. Видите, что значит конкуренция. Конкуренция убирает цены, понимаете, да? Где дешевле, народ привык к халяве, как вы понимаете, да, и
И вот так как-то получается. Смотрите, сколько здесь. Ну, длиннющий, я не знаю, полкилометра, может даже больше. И вот эти домики в два ряда, смотрите. Вот это снизу мы возле воды. И там выше, там уже мангальчики, вы можете шашлычок, там кафешки, там вот такая зона для гуляния. И взяли за ручку и пошли погуляли. Ветер, да, я понимаю, будет шуметь, ну что сделаешь? Мы не можем ничего сделать. И вот это вот напротив нас, это Вороний остров. Вот говорят, голубые озера. Почему? Вот, видите, да, здесь такое метров 200, наверное. И такой остров тоже многие любят там отдыхать. Приезжают, занимают места с палаточками. И вот здесь вас вечером выгонят, можно так сказать. А там вы уже можете ночевать там и все такое, ставить палатки. Ну, посмотрим, посмотрим. Может, сверху я там пройдусь. Тут, я помню, котлы такие были. Ставили котлы, но это для весны. И ходят люди, подкидывают дровишки. И вы в этих котлах, можно так сказать, варитесь, да? Вот такая красота была. Пошли, скупались там ранней весной или поздней осенью. Замерзли, залезли в эти котлы, вас там подогрели. Ну, я думаю, это интересно. Ну, вот такой пляж. Людей, как вы понимаете, будний день, да, мы приехали сюда где-то 2 часа, ну, часа 3 побудем и поедем. Вот, воскресенье, здесь, как говорится, яблоку негде упасть, со всей области сюда едут. Ребята, ну для детей вот эта красота, смотрите, да, вот это ребеночка отпустили маленького, и пусть себе ходит, пусть себе бегает, и присмотра не надо. Там, где мы были вчера, там сразу глубина. Здесь вот как будто создано для детей. Ну, посмотрим, что еще поснимать, посмотрим дальше. Хоть вышло солнышко, ребята, а то с воды пришел и дубарь. Ветер, сегодня ветер, прям на нас. И здесь видите, какие удобства. Вот такие вот лежаки надо брать какое-то, или покрывало, или полотенце. Ну, зато бесплатно, понимаете, да, бесплатный пляж. Вот водичка прекрасная. Солнышко вышло, красота, отдыхаем. Да, ребята, ввел вас в заблуждение. Значит, вот такая, как мы сидим, стоит 600 гривен. Понимаете, да, сказали, сейчас чек принесут, но ничего нет, видите, ни номеров, ничего. Как-то вот получается непонятно. Должен быть номер, в чеке должен указан быть и твое место, но как-то здесь по-другому. Так, ребята, заплатил денежку, смотрите, принесли вот такой матрасик. И не такой, конечно, как вчера, вот тоненький поролончик, плащевочка видно, но все равно уже не на досках, как говорится, лежать. Так, ребята, на нашем пляже нашлись смельчаки, смотрите. Это люди любят экстрим, их обязательно несколько раз на скорости перевернут. Это обычные бананы. Ну вот, поехали, ребята, смотрите, сейчас они помчатся. Понимаете, да? И пару раз их окунут в холодную воду. Так, все, на старт, внимание, марш. Смотрите, все, гонка началась. Ребята пошуровали, смотрите, да? Люди, любящие экстрим. Все в жилетиках, все прекрасно. Здесь возле стояночки ведется, видите, строительство таких вот домиков двухэтажных. Ну и вот еще, смотрите, какие здесь пустыри, это тоже все выкуплено, тоже все со временем застроится. Ну а мы сейчас покажем вам, пройдемся немножко, покажем, как здесь, понимаете, да, как и что здесь, может что-то новенькое за 2 года. Посмотрим. Он идет еще туда дальше, видите, здесь вот молодежь волейбольчик играет. Ну а мы давайте пройдемся по центральной аллее и до самого конца. Ребята, ну, наверное, километр, может даже больше. Ну, вы понимаете, это для массового, да? Для массового обитателя. Если вы хотите
в шикарных условиях быть, так как мы вот и вчера вам снимали Green Park, то, конечно, там гораздо лучше. И здесь даже вот палаточки стоят, смотрите. Да, вы можете, только здесь же вроде ночью нет. Ну, как-то люди, может, договариваться. Как вы понимаете, здесь застроено в 4 уровня. Вот смотрите, первый уровень, здесь кафешки, там дальше идут жилые такие домики. Потом вот смотрите, идет ряд, видите, целый ряд, вот смотрите. Там эти уже мангальная зона присутствует, вы можете там шашлычки сняли такую и шашлычки готовите. Потом идет зона, где мы находимся. Вот, где мы сняли 600 гривен. И ниже еще идет, как оно называется, еще идут зонтики. И тоже лежаки. Ну, это все платное. Вот, видите, да, вот такие мангальчики с баллоном, видно, сделаны. И вот снимаете такую беседочку. И почему номеров нет, конечно, непонятно. 4 зоны. Ну, вот видите, как сверха. Оно все прекрасно. Ну, давайте пройдемтесь дальше. О, дети катаются, я смотрю, видите. Так что для детей тут рай. Наверное, где-то стоят и сдают в аренду. Детская площадка. Вот, смотрите, лазить тоже. Здесь уже такие пошли более уединенные места. Вот, если уже, ну, более для зажиточных, можно так сказать. Ага, здесь уже номера. Вот такие дворики снимаете, там все полностью есть. Интересно, видите? Здесь уже домики, насадили молодых деревьев, видите, здесь интересно. Вот. Беседочки, вон заказ беседочек, телефоны, можно показать. И сейчас будет большая стоянка, где уже массово машины, кто на этот край. И сейчас посмотрим, уменьшили ее, нет, ну, большущая. Раньше была. Ну и здесь же всякие кафешечки, как вы понимаете. Вот кафе Ревью. Здесь когда-то 2 года назад стоял Запорожец. Видите, какие лежаки. Прекрасно, видите, декоративные фигуры. В общем, все шикарно. Давайте дальше. Наверное, я ошибся. Мне в тот раз показалась такая громадная стоянка. Ну, здесь не очень. Ну как, много сюда влезет. Ну, не тысячи машин, как я вам сказал, понимаете, да? И вот сейчас уже идет, и мы идем в угол, и там конец уже. Конец пляжа, и он граничит с заимкой. Вот, рядом идет пляж и заимка. Вы можете по берегу туда перейти. Вот давайте я для вас сейчас покажу телефончик. Заказ и беседок. Вдруг вы откуда-то с другого места. Вы сразу себе позвонили, заказали. Вот, давайте сейчас подойдем. Вот, смотрите, телефончик. И приехали уже на готовое место. Видите, да, вот так вот. Смотрите. Ну, а мы идем дальше. Давайте уже до конца дойдем. Уже все по номерам. Видите, вот эти вот беседочки. Вот 5А, 7А, 6А, видите? И здесь вы уже входит мангальчик. Вот, я думаю, вы понимаете, да? Ну, в общем, красиво, ребята. И хоть не такой комфорт, как там, но тоже красиво. И вот уже заимка, видите? Вот так вот обгорожено. Раньше можно было проходить. Здесь тоже кафешечка вот на углу. И тоже пошли уже вот такие места, зонтики. И все дальше. Можно приехать, пройтись, выбрать себе шикарное место и, так сказать, день здесь провести. 2 года назад вот здесь вот
На этом спуске было все в норах, какие-то птички жили. Сейчас нету. Вот такие гнезда, видите, были, ну, такие дырочки вот. И там жили птички, залетали. Может, и сейчас есть, потому что есть вот такие ухоженные, смотрите. Вот, видите, да, это у нас заимка. Здесь вот такие есть машинки, на которых можно плавать. Ну, в общем, здесь тоже самое, всего полно. Смотрите, бананы, мотоциклы и все прочее. Так, идем к себе на лежак. Если вы слышали, прокататься на банане стоит 150 гривен. Это вот эти бананы, которые не перекидываются. Видите, волна какая, да? Ребята здесь прям сделали какая-то зона прям возле воды. В одном месте такое. Большой какой-то катер. Мы вам вчера его показывали. И сегодня тоже куча людей на нем. Вы, наверное, видели, да? Он в кадр попал. Смотрите, ну, громадный. Я думаю, здесь выходные... Яблоку негде упасть. Ну, а в будний день, да. В будний день, пожалуйста, смотрите. И купаться, видите, да, не очень много людей. Как-то получается, там, где мы только что были, больше людей собирается, чем там, где мы остановились. Здесь вот домики вообще в два ряда, смотрите. Даже в три ряда получается. Видите, да, вот эти лежаки, потом вот такие вот. И впритык, считай, да, и там еще лежаки под зонтиками. Понимаете, да, сколько сюда влезет человек. Ну да, не сильно так оно обделано все. Ну, если оплатить вот этот коврик, дороговато, конечно, но все равно гораздо лучше. Или же лежать на песочке. Здесь вот такая зона тоже. Ну, все свободно, видите. Значит, люди не оплачивают и отдыхают, как вот и со своим. Вот. Ну, мы, можно так сказать, что для съемок, понимаете, да? Для съемок купили вот эти вот лежаки. Вот такой маленький рассказ. Об этом пляже. Пляж Одесса, как вы понимаете, громадный, самый большой. Весь я его не прошел. Ну, я думаю, вы поняли размер и поняли, что здесь есть. Завтра мы едем на Афины, но точно не знаю, как он сейчас называется. Люди, видите, попереименовывали. Может, это связано как-то вот с налоговой или как-то по-другому, какие-то другие причины, может, другие собственники, все может быть. Вот, так что до завтра будем ждать новую серию. Ребята, сегодня мы на Занзибар, смотрите, вот это здание, и мы поворачиваем налево. Ребята, Занзибар. Где живут акулы, где живут крокодилы и где живет большая рыба-кит. Ребята, мы мчимся. Ребята, был Занзибар, теперь Одесса. Мы едем в Одессу, давайте посмотрим, что там сейчас. Ребята, мы только за машину заплатили, а люди бесплатно, понимаете, да? Вот такая красота, значит, они рулят. Ребята, они рулят, у них все бесплатно. Если повернуть налево, значит, маленькая стояночка. А если повернуть от входа направо, там получается громадная стоянка на тысячи машин. Ребята, вот такая аллея, смотрите, детки катаются, как вы знаете, да, тут кафешки. Ну, а мы сейчас на пляже, здесь, конечно, ветер. Так, ребята, вот заняли такой вот, ну, не домик, а вот, смотрите, да,
Ничего нет, никаких обозначений, значит, все это бесплатно получается. Смотрите, вот так, столик такой и два лежака. Может, есть и на больше людей, но мы не смотрели.